Чего ответ такой был интересный? У меня второй подбородок, не надо так снимать. Оператор, можно, пожалуйста, отойти? Уберите камеру. Что вы знаете про доску почета, которая находится возле администрации города? Сейчас я даже ничего вам не могу сказать, девушка. Почему? Потому что сейчас такое, ничего не скажу. No comment? О, Маша! Да, а мы можем вас записать? Вот, вот его записывайте, я не буду гениничный, давай. Он вообще, если он скажет, что он ничего не знает, ему простительнее будет. Нет, я не знаю. Знаю, что здесь была доска почета, вижу, что там есть знакомые лица, но когда она и как присуждается, к сожалению, не знаю. Ничего не знаю, извините. Так, сюжет и делается для того, чтобы все узнали. Поэтому будем смотреть дальше сюжет, чтобы все узнали, что такое доска почета и кому она вообще, что сказала, я не знаю. Я сам Артемовский. Mm-hmm. Вот это раньше стояло отделение милиции. Mm-hmm. Я сам милиционер. И отделение шмуфии поставили доску почета. Лотерея, лотерея. В общем, исходя из этого вопроса, мы узнали, что наши горожане мало что знают про доску почета и про доску... Ой, упал оператор наш. Здравствуйте. Ничего не знаю. Я как бы тут 3 года всего лишь живу. Угу. Что, почетные граждане. Вы сами иногда интересовались, там, подходили, читали. Ну, читал там, тут предприниматели, там, чиновники. Это однозначно, она называется доска почета. Значит, люди достойно работали, достойно жили, внесли вклад какой-то в город. Поэтому и были их там портреты. В преддверии Дня города будет отремонтирована доска лауреатов премии года Артемовского городского округа. Ежегодно ее реставрируют и обновляют фотографии людей, которые отличились в рамках своей профессии. Доску мы просто обновляем, делаем ее фасад лучше. А там, конечно, ежегодно у нас размещаются лауреаты премии года. В этом году мы провели уже заседание, то есть разработана ежегодно комиссия, которая собирает все заявки от отраслевых отделов по номинантам на лауреатов премии года. Комиссия подготовила всего 18 номинаций среди военнослужащих, работников культуры, представителей общественности, работников жилищно-коммунального хозяйства и других профессий. Проходил конкурс, в котором выбрали лучших в своем деле. Каждая комиссия, то есть отраслевой орган, если это работники культуры, то своя комиссия отбирается среди работников культуры и уже достойного представляет на утверждение городской комиссии. Заявки на участие принимались с 1 по 31 мая. Уже в конце августа жители смогут увидеть обновленный фасад доски и новых лауреатов премии года. На торжественном собрании, посвященном Дню города, дипломы и также денежная выплата полагается. И фотографии этих лауреатов будут размещены на нашей доске. Мария Прослова, Тарас Боднарук, Амир Зинатулин. Городские новости. Ну, сегодня долго, но сегодня 3 сюжета надо делать. Мам, а можно тебе перезвоню, а то немножко сейчас неудобно говорить.